Участники СВО Родиона Андрея обратились в Единый центр поддержки военнослужащих и членов их семей с просьбой передать за ленточку дизельный генератор. Уже через несколько дней гуманитарную помощь получила супруга одного из бойцов. Серпуховичи Андрей и Родион сейчас за ленточкой. Бойцам в зоне спецоперации потребовался дизельный генератор. Свою просьбу направили в Единый центр поддержки участников СВО и их семей через родственников. Оборудование закупил водоканал-сервис и передал через супругу одного из военнослужащих. Когда мы обратились за помощью, нам было очень необходимо, администрация сразу откликнулась. Также единый центр и все нужные люди к нам все пришли на помощь. И мы очень-очень благодарны им за это. Ребятам помогают не только там, но и нам также. Нас очень хорошо поддерживают семьи. Мы им благодарны за то, что не забывают про нас, что мы тоже есть. И ребята, и мы, и все мы одна, единая, дружная семья, и все мы друг другу помогаем. Анна рассказывает, муж попросил вместе со служивцами дизельный генератор всего несколько дней назад. Сегодня оборудование уже доставили сотрудники муниципального предприятия. Когда к нам обратились за помощью приобретения дизельного генератора, ни один сотрудник и человек, и рабочий, который работает на нашем предприятии, не оказался в стороне. Мы быстро, срочно собрали денежные средства, купили этот генератор. И для нас большая честь помочь фронту и нашим ребятам. Дизельный генератор вместе с партией гуманитарной помощи доставят в зону специальной военной операции уже на днях.